В компании «Зердия Фито» изучаются практически все принципы фитотерапии. Специалисты знают, как правильно сочетать травы, чтобы увеличить их целебную силу. Производители отмечают, потребители все чаще предпочитают натуральные средства, а потому эксперты следят за спросом рынка, создают новые фитопрепараты. При этом контроль качества осуществляется на всех этапах производства, от закупа сырья до хранения готовой продукции. Приоритет нашей компании – это качество продукции. А качество продукции, нашей продукции, зависит от качества сырья, это общеизвестно. Поэтому мы самый акцент выдаем, когда мы закупаем сырье. Для этого у нас наши поставщики, у нас с мировым именем поставщики есть, они нам отсылают фотографии этого сырья или же живые образцы. Мы оттуда выбираем, и наше выбранное сырье, когда поступает на склад, проводится входной контроль. Компания «Зердия Фито» находится на рынке 18 год. В 2014 году продукция компании удостоена диплома первой степени конкурса выставки «Лучший товар Казахстана». В крупнейшей стране производитель фитопрепаратов выпускает более 260 наименований фитопрепаратов по 11 группам. Женская «Зердия Леди», детская «Зердейка», гепатопротекторы, нозологические фиточаи, БАДы, зеленый чай с травами, шиповник с травами. На производстве у нас 4 больших производственных линий, начиная от производства весовых продукций, это по 50, там, по 30 грамм, по 100 грамм, и производим еще фиточайные в фильтр-пакетах. Есть еще линия в фильтр-пакетах, обтянутые наружным конвертом, саше-пакет так называемый. Еще присутствует у нас ручная фасовка. Готовая продукция хранится на специально оборудованных складах. Все стандарты соблюдены. Температура, влажность, вентиляция отвечают санитарным нормам хранения. На сегодняшний день в компании работают около 220 сотрудников. Объем производства более 1000 тонн в год. В планах предприятия наладить выпуск экстрактов, гранул и быстро растворимых чаев из 100% натурального лекарственно-растительного сырья.